Здравствуйте, народ! Суббота у нас сегодня, 16-е, вечер. Первый день рыбалки такой был активный, и рыбачили много. Народу было очень много. Вот. Ходили, ловили на все, пытались поймать. Кто-то поймал, кто-то нет. Но так что самое малое, сколько я слышал сегодня и вчера, то человек поймал самое малое 6 окуней, таких грамм по 150. Ловили кто-то и мелче, что-то мелкое было, вот, но там я не знаю, как, поскольку ловили, что тут уж я не буду. Значит, мотыль наличие еще есть. Так, мотыля пока сколько угодно. Живой, кусается. Вот. Значит, разговор был на то, что ловили на секушку, на гвоздик, гвоздики они есть, потом на горизонталке, ну вот это ручной работы, сейчас я покажу тут их, поверну, какого цвета вот они, вот, такие вот они, зеленые, и такие же есть синего цвета, тоже работали, сказали, хорошо. Вот, не буду врать, сколько поймали люди на это, но поймали. Что сказали, хорошо, пришли, вечером приходили сейчас за мотылем, то сказали так, что ловили на это. Вот, но крупной рыбы не слышал. Я говорю, самая крупная, как было, грамм 150 такие. Потом работает там мой ручной работы стингер. Синий, именно синий покраски. Не желтый, по-моему, тоже работает, а красный пока, зеленый нет. Вот, а синий цвет работает. Синий цвет работает. Ну, как обычно, в принципе. Он синий работает всегда. А конкретно что, это уже дальше будет видно. Но я говорю, первое то, что каждый год что-то прорывается, то в этом году сейчас уже прорвались гвоздики. Они в прошлом году, уже в конце года люди брали, немножко ловили красное с желтым. Но в этом году, в общем, посмотрим еще, зима впереди. Так что заходите, жду вас, всего хорошего. Открываю. Пол восьмого где-то я здесь уже. Всего хорошего. До свидания, до встречи.